Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о втором соборном послании апостола Петра и обратимся сейчас ко второй главе этого послания. Первая глава содержала мысли апостола Петра, которые завершались, похвалой и призванием его к своему читателю, похвалой за то, что люди вслушиваются, вдумываются в данное Духом Божьим пророческое слово и становятся в каком-то смысле участниками этого потока откровения, который Дух дает в каждом поколении, потому что принимают пришествие и встречу и силу Иисуса Христа. А дальше Петр говорит о том, что не все так радужно, потому что если видеть реальность, то надо понимать, что наряду с пророчеством существует и лжепророчество. Причем он говорит, что это и так было в древности, когда наряду с пророками были и лжепророки в народе. Собственно говоря, во-первых, кое-где в книгах Судей, в книгах Царств, в книгах пророков-писателей, как, например, у Амоса, мы увидим с вами упоминание об этих лжепророках. Между прочим, замечу, что Тора содержит и прямой закон о лжепророке, который должен быть предан смерти. Вообще говоря, нельзя не обратить внимание, что именно по этому закону Синедрион пытался осудить Господа нашего Иисуса Христа. У них там с этим не срослось, поэтому они, собственно, Пилату предали его за нарушение лояльности римской власти. Но, тем не менее, вот этот феномен лжепророков тоже такая вещь древняя и многогранная. И вот апостол пишет своим корреспондентам, мы не можем с уверенностью сказать, какая христианская община имеется в виду, Петр пишет, как там были лжепророки, и у вас тоже будут. И у вас тоже будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа. И вся вторая глава, в сущности, такая инвектива против вот этих самых лжеучителей. Петр говорит о том, что да, так будет. Да, есть люди, которые водимы не Духом Божьим, чьи мотивации в основном либо развратные, либо сребролюбивые. Апостол здесь пытается некоторую такую психологическую картину, психологический портрет мотиваций лжеучителя нарисовать, чтобы читателю было понятно, почему и как это бывает. Нам не всегда легко это понять, потому что принятые очевидные в эпоху апостола вещи для нас могут быть не так знакомы, но тем не менее, все-таки вот что он хочет читателю сказать. Он хочет, чтобы мы понимали, видели, что это возможно, и это не является каким-то, знаете ли, показателем того, что мы кривые и неправильные, раз среди нас попадаются лжеучителя. Нет, Петр говорит, так было, и в пророческую эпоху были пророки, которые свидетельствовали о Боге, а были уже пророки. Так и здесь, вот вы, братья, вы приняли благодать силы, жизни и веры Иисуса Христа. Вы стремитесь к братолюбию и любви, к
к тому, чтобы в реальных поступках, в реальной простой жизни, да, исполнить это призвание. И это правильно, так и надо, это нормально, это хорошо, говорит апостол. Ну, а лжеучителя, да, бывают, да, бывают. То есть он говорит, из любых стяжаний будут уловлять вас льстивыми словами. Суд их давно готов, и погибель их не дремлет. Третий стих здесь чрезвычайно важен во все эпохи. Знаете, я бы сказал, что тогда, в первом веке, в той среде, в которой формулируются мысли апостола Петра, любостяжателю в христианской среде, как мы теперь сказали, было ловить почти нечего, потому что абсолютно в большинстве христиане были людьми чрезвычайно бедными. Ну, иногда попадались люди, которые могли, ну, там, владеть домом. Далеко не все и не всегда. Если вообще не такой человек был, его немедленно избирали ответственным представителем перед властью, потому что у него был дом, и в доме была какая-нибудь комната, где можно было собираться. А в основном люди часто и домов своих не имели, мыкались по какому-нибудь арендованному жилью или, того хуже, рабским казармам. Поэтому, конечно, много на любостяжать эти самые лжеучители в те времена, с нашей, по крайней мере, точки зрения, вряд ли могли. Сегодня, конечно, простор для любостяжателя в христианской среде гораздо шире. Поэтому предупреждение апостола для нас гораздо актуальнее. И поэтому так важно для нас помнить самим об этом и не делать из веры и из нашей христианской общины бизнес-проект. Это важно, потому что вот Петр говорит о том, что на самом деле всякое лжеучительство, оно отсюда растет, отсюда берет начало. И суд им давно готов. Ну, строго говоря, конечно, в любую христианскую эпоху проблема существует. Это вовсе не только, знаете ли, трудность 1 и 21 столетия. Нет, конечно. Но слово «апостол» в данном случае для нас действительно чрезвычайно важно. Как в другом месте выражается Павел, смотрите, потому что ходите в опасных местах. Вот в опасных. И дальше апостол говорит о том, что посмотрите, как пагубен бывает грех, как разрушителен он для всего вокруг. Вот ангелов Бог не пощадил. Первого мира в восьми душах, сохранив семейство Ноя, не пощадил. Города Содомские осадил на истребление, только Лота оттуда выведя, да, потому что ему было, Лоту было тяжело в этих делах беззаконных существовать, но так и ждешь, что Петр скажет, значит, и в это время вас или их лжеучителей, таких нехороших, тоже Бог знает, как прищучить. А Петр говорит о другом. Вот все-таки апостол – это апостол. Он говорит, ну раз так, ну конечно, знает Господь, как избавить избранных своих. Как избавить. Поэтому он говорит о там тех, о семействе Ноя, которое спаслось, о семействе Лота, которое спаслось, знает Бог, как избавить, как избавлять благочестивых от искушения. И мне кажется, это тоже очень важный и поучительный момент, который надо помнить. Дальше он говорит о том, что но при этом, да, Бог не мирится с грехом, Бог не идет на компромисс с человеческой неправдой, и поэтому ко дню суда для наказания соблюдаются те, кто ходит кривыми путями, кто идут вслед скверных похотей плоти.
Ну и дальше тоже он перечисляет довольно своеобразный список, так сказать, провинностей этих самых лжеучителей, которые из любостяжания пытаются заморочить голову христианам. Здесь есть чрезвычайно любопытные на самом деле вещи. Вот он говорит о гордыне, о похотях плоти, о презрении к начальствам, да, к распределению ответственности, к тому, что вот они злословят высших, хотя даже ангелы на этих самых высших не произносят укоризненного суда. Вот. И полагают удовольствие во вседневной роскоши. Петр, вообще говоря, по-видимому, всю свою жизнь не очень знал на практике, что такое это вседневная роскошь, но, тем не менее, скорее всего, уже понимал, к чему такого рода тенденции среди гностических или протогностических лжеучителей могут привести. Прельщают неутвержденные души, ибо, произнося, говорит апостол, надутое пустословие, они уловляют в плоские похоти и разврат тех, которых только-только оставили заблуждение. Надутое пустословие. Вот, собственно, когда мы говорим о вере, это всегда познание Бога в Иисусе Христе. В каком-то смысле все остальное – надутое пустословие. Замечательная формулировка апостола Петра, о которой тоже полезно помнить. И дальше, продолжая обличать этих самых лжеучителей, вот он говорит, что ну, они сами рабы тления, и кто кем побежден, тот тому и раб. И дальше апостол говорит о том, что ну вот, таким образом, избежав скверны этого мира через познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Снова, избежав скверны, не через то, что мы посвятили гигиеническим процедурам души все свое время и силы, а через то, что мы познали Иисуса Христа, и все, что есть скверна мира, стало для нас неважным, ненужным и непорабощающим. Мы можем избавиться, отказаться от этого. Да, вот. И дальше апостол говорит, если мы будем опять в это все запутываться, то будет только хуже, последний будет хуже первого. Вот таким образом, обличая этих самых лжеучителей, которым посвящена вторая глава, Петр ведь очевидным образом и наставляет христиан, которые не являются лжеучителями или адептами лжеучений, не склонны к надутому пустословию, потому что как бы все по-другому, все наоборот, когда через познание Иисуса Христа мы избегаем скверн мира, это вот действительно дает нам возможность не запутаться и не погрязнуть, а все-таки вырулить на правильную дорогу ко Христу.